Первое — терпение. Второе — хорошее чувство юмора. Вот Тебе он. не обязательно это любить. Ты обязан это уметь выполнять. На самом деле, отбирая людей в отряд, наши инструктора обращают внимание на умение учиться. То есть широкий кругозор. И, конечно, обучение в отряде космонавтов тому способствует. Подготовка в отряде космонавтов — это тоже отбор.